кто здесь решатель раунда? А как мне говорить? Ицей. А! Граната! Ицельчик, кстати, прикольный. Да даже на F5 скриншот у меня. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. И мы сегодня покатаем на конфиге Бумыча. Все просили его в комментариях, покажи, поиграй, расскажи про конфиг Бумыча. В этом видео ты увидишь всю прелесть этого конфига. В конце видео я скажу, где его скачать. Ну а пока, подписочка, лайкуси, колокольчик, начинаем. Я жду 100 тысяч к концу года. Помоги мне в этом. Ну что, настройки поставили точно такие же, как у него. Осталось только прописать экзек бум. Я переименовал так, чтобы было проще его найти. Ну и пока мы ждем каточку, не забывай. Первая ссылочка в описании. Участвуй. Конкурс специально делаю для тебя, чтобы ты поднимал себе скины. Ну а я поднимал себе настроение. И цельчик, кстати, прикольный. На пробел прыгать, пацаны, это габелла. Я не умею прыгать на пробел. Серьезно, колесико вообще не работает. Такой щик, вот у меня колесико сломалось. А как мне говорить? Ицей. А! У меня все зависло, пацаны. Помогите. Забрал хэдшот. Ё-моё, на К букву стоит разговор. Пацаны, надо тащить. Да даже на F5 скриншот у меня. Да ё-моё, с каким... Одного забрал, пацаны, дальше тащите сами. Так, тёлочка. Коронавирус, ой, ё-моё. Пойду я руки мыть, в общем. Не туда ты зашел, петушок. Закрыто, я сказал. Фига из него кровище вылезло. Да покажи свою морду сюда. Да я же... Смотри вокруг, сколько я слышу. Смотри. А еще слышу рофлю надо мной. Нормально, боже, тащим, просто тащим. Граната. Я все успел второго еще забрать. Закрыл. Есть два раунда к ряду. Ред. Стоит коронавирус. Из бутылочки такой, Дега, сейчас тебя все сделаем, я знаю. Андрей Аландон Молотов. Люркер здесь. На нож, может быть, для видоса. Специально для вас, дружище, обязательно лайкусик втыкай. Я прям хотел так. Гранаты. Сгорел, все, есть карточка сюда. Но скажу так, прицел действительно у Бумыча достойный. Цветопередача мне, в принципе, понравилась. Ага, ну примерно я близок к повышению. А у меня вообще не работает клавиатура на закон. 3-0. Там чел до сих пор орет. Давай, добей, хорош! Сюда, дикл трофейный. Желтый живет своей жизнью, пацаны, не обращайте внимания. Промажет сейчас. Попал. Я на последнем месте, ни хрена себе, какого хрена. Ну давай, лети же, патрончики родные. Я уже забыл, как кидается. Примерно вот так кидается. Да. Хорош. Го-го-го. Го-джаб. Кстати, если бы я упал на землю, я бы все равно разбился. Но этот мув был потрясающий. Я летел, собрал информацию. Чел разменял, и мы ее раздефьюзили. Кто здесь решатель раунда? Вот прямо перед тобой сидит. Вот он. Это было сложно, но Серега справился. Серега, да как прыгать? Главное попасть. Да блин. Оу, туда вообще без денег в 16-й раунд. Домой просто. Так, ну что, пацаны, закрыто. Закрыли снова. Закрыл Серега на первом месте. Но, понимаете, конфиг Бумыча, это не я, это чисто конфиг Бумыча. Реально он показывает мастерство. Да, смотри, катали все на беркутах. И там несколько человек-то либо на понижение идут, либо мы всей толпой идем на повышение. Неплохо, ребят. А теперь, ладно, оставим это как есть. Но давай конфиг Бумыча проверим в напарниках. Пойдем туда. Там я глобал.
Посмотрим, насколько будет все сурово. Не знаю, как проведем мы эту игру, но первым делом расскажу тебе о важной вести, что у меня есть свой сервер в Counter-Strike. В описании ты обязательно найдешь IP, заходи туда, там самое годное, там есть халявные ножи, халявные перчатки, халявные скины, да абсолютно все что угодно. Лучший тикрейт, ну и обязательно VIP-система, которая тоже тебе понравится. Hello? Эй-эй, what's up? Want pit? Pit very low. Будем закрывать, как Бумыч нам, нас учил. Бумыч! Бумыч! Бумыч нас учил. Два тёлка, просто чушка, моя бэйби, турбо пушка. Там диффузов нет, раз он дигл взял. Да, это было логично. Диффузов, как вы говорите, как я, в принципе, предполагал. Я же Бумыч, я должен шарить, как капитан. Сами видели, пацаны? Играю просто как про... Ну, как про, как Бумыч, наверное. Это же конфиг Бумыча. Окей. Я его слышу, ребят, все нормально. Мне главное просто сейчас ему повесить. Да, повесил, отлично. Бомбу подбираем. Калашик мой вернул на базу. Дать флешку, чтобы не пикнуть под нее. Это высший пилотаж. Та-та-та, ковбойские игры. И-ха! Ран-тан-таран-таран, 9-1. Пацаны, один раунд мы слили очень глупо. Ну ладно. Ну что, дружище, действительно очень достойный конфиг. Мне дико понравился. Мне понравилась цветовая гамма, которая присутствовала в нем. Плюс еще гармоничный прицел. Дальше стандартное расположение кнопок, где я просто подбил под себя. Это я подбил микрофон и подбил еще прыжочек на колесико. Все, в остальном все идеально. Бери себе его, пользуйся. Я тебе в описании покажу, где его скачать. Все, с тобой был Серега, Сабер Банана. Это был небольшой путь до глобала. Скоро полноценное видео также ты увидишь на канале. Поэтому не забывай, подписывайся, не пропускай и зацени вот это годное видео. Специально для тебя делал. Давай. Пока-пока.